Добрый вечер. В эфире Новоуральской вещательной компании. Новости сегодня 22 февраля, четверг, последний рабочий день недели. В студии Альбина Бабкова. Смотрите в программе «Объектив». Евгений Куйвышев поздравил уральцев-защитников Отечества в преддверии столетия российской армии. С Днем защитника Отечества поздравил горожан глава округа Александр Баранов. А праздничные мероприятия, посвященные 23 февраля, прошли во всех учреждениях культуры города. «Слава 2018. Гимназисты учатся патриотизму. Готовы ли юные новоуральцы нести честью знамена, прославленные воинскими подвигами русского солдата? Радость, улыбки и смех. Вот уже 45 лет детский сад номер 2 дарит новоуральским детям счастливое детство. Смотрите прямо сейчас. В этом году День защитника Отечества ознаменован важной датой. Ровно 100 лет назад, 23 февраля 1918 года, была основана рабоче-крестьянская Красная Армия. То есть в этом году мы отмечаем вековой юбилей Красной, затем Советской и ныне Российской Армии. Губернатор Евгений Куйвышев, поздравляя свердловчан, защитников Отечества, отметил, что уральцы во все времена были надежными защитниками Отечества и сегодня составляют костяк армии, честно выполняют свой долг перед Родиной. А регион остается одним из главных поставщиков призывных ресурсов для вооруженных сил России. 100 лет героических побед и тяжелейших испытаний, 100 лет честного и самоотверженного служения Отечеству – это славный путь, которым прошли советские и российские воины. Защитив мир от угрозы фашизма, укрепив безопасность страны, международный авторитет и влияние России, доказав способность адекватно ответить на любые внешние вызовы. В ходе торжественного приема для ветеранов глава региона поздравил и тех защитников, кто стоит на страже государственной и общественной безопасности, кто приходит на помощь уральцам в чрезвычайных ситуациях, военнослужащих войск Национальной гвардии. Участникам приема в честь Дня защитника Отечества губернатор выразил признательность за честное и преданное служение Уралу и России, вклад в укрепление обороноспособности страны и пожелал мира и благополучия. Всех новоуральцев с Днем защитника Отечества поздравил глава округа Александр Баранов и председатель Думы Михаил Денисов. Уважаемые новоуральцы, поздравляем вас с Днем защитника Отечества. Этот праздник – олицетворение воинской славы нашей страны, символ мужества, доблести и беззаветного служения российских солдат своей родине, своему народу. В этот день мы вспоминаем героев, с честью выполнивших свой воинский долг, ценой собственной жизни, отстоявших свободу и независимость нашей страны. Мы говорим спасибо ветеранам, военнослужащим запаса, солдатам и офицерам, всем, кто нес и сегодня несет нелегкую службу во славу Отчизны. В истории России масса примеров, когда люди мирных профессий наравне с военными становились защитниками Отечества. Поэтому 23 февраля своим праздником считают все, кто готов по первому зову встать на защиту государственных рубежей и интересов. Желаем добра, счастья, согласия и благополучия каждой семье, всем жителям Новоуральского городского округа, достижения поставленных целей, крепости духа, профессиональных успехов и здоровья. Поздравления принимали и жители дома-интерната для престарелых. Кануне Дня защитника Отечества к постояльцам пришли гости из Управления социальной политики, депутатского корпуса, попечительского совета музыкальной школы и городской гимназии. Такие встречи в канун 23 февраля в доме-интернате – традиция. Проходят они в теплой обстановке, с поздравлениями и подарками, как и полагается в праздник. Праздник настоящих мужчин. Я поздравляю вас с этим праздником. Желаю вам крепкого здоровья, силы, веры. Поздравляю вас с праздником, дорогие мужчины, уважаемые ветераны, женщины. А вы берегите наших любимых мужчин, помогайте им во всем. Ну и мы, все депутаты Новоуральска, будем в этом помогать вам. 100 лет Дня защитника Отечества. Так вот, я желаю каждому из вас свою личную дату. Именно по этой мере дожить вам до 100 лет. И больше, и быть всегда в добром здравии. Среди тех, кто принимал поздравления с Днем защитника Отечества, Иван Дубский. Разведчик артиллерийских и минометных частей Великую Отечественную. Каждый год День защитника Отечества для него особый праздник. Говорит, что очень рад, когда приходят гости. Хорошо, конечно. Такой коллектив пришел. К нам, старикам.
Сотрудники управления соцполитики Новоуральского комплексного центра социального обслуживания населения и женщины, проживающие в доме-интернате, подготовили для мужчин творческое выступление. В гости пришли и воспитанники музыкальной школы, и четвероклассники из городской гимназии. Вам я открыл свое вдохновение, жаркие чувства и слез чистоту. Гимназисты провели акцию «Пишите письма». Они помогли жильцам дома-интерната написать весточку своим родным или знакомым, которые проживают далеко. А после ребята вместе с педагогами отправят послание адресатам. А письмо сегодня кому писали? Ну, племянница, моя племянница там. Угу. В Брянской области. Угу. В деревне живет. Она мне звонит часто. Угу. Вот и письмо из Казанова написали так. В завершении праздника все вместе спели любимую песню «Катюшу». Она являлась ярчайшим символом Великой Отечественной войны. Ее слова знал тогда каждый красноармеец. И сегодня, спустя годы, эта песня по-прежнему объединяет людей в один из самых патриотичных праздников в году. Анна Акрамова, Геннадий Донбузов, Новоуральская вещательная компания. Парад «Равняйсь смирно» в гимназии накануне Дня защитника Отечества прошла традиционная военно-патриотическая игра «Слава-2018». В строю все, от учеников начальной школы до старшеклассников, готовы ли юные новоуральцы нести с честью знамена, прославленные воинскими подвигами русского солдата, узнаем далее. Парад принимали почетные гости, ветераны боевых действий, подполковник ФСБ в отставке Ломов Владимир Николаевич и участники военного конфликта на Северном Кавказе, прапорщик полиции в отставке Осинцев Сергей Владимирович и старший прапорщик полиции в отставке Сапега Игорь Владиславович. Отличное владение боевым оружием продемонстрировал отряд быстрого реагирования АК-47. Смотр строя и песни прошел в два этапа. Сначала старшие классы представили разные рода войск. Затем отличную строевую выправку показала начальная школа. Накануне Дня защитника Отечества традиционно в гимназии проходит военно-патриотическая игра «Слава». Возродилась она не так давно, ей лет 5-6, но с каждым годом она набирает обороты. В чем это проявляется? Ну, во-первых, в том, что ребята относятся к этому делу очень серьезно. Им действительно хочется показать себя во всей красе, какие они сильные, стройные, мужественные, как они умеют ходить рядом друг с другом, поддерживать друг друга, держать строй, петь песню. Ну и, конечно, гимназия собирается в очередной раз вся вместе. Это здорово. Затем военно-патриотическое мероприятие переместилось на улицу. Соревнования на ловкость, силу и меткость включали эстафету, стрельбу, веревочный лабиринт и другие. Все без исключения получили заряд энергии, ощутили чувство единения и, конечно, гордость за свою родину, за славную историю военных подвигов и прошлого, и настоящего. Гимназисты точно знают, для чего нужны такие мероприятия, как «Слава». Такие мероприятия нужны, чтобы поддерживать патриотический дух. Для того, чтобы привить любовь к своей родине, к народным праздникам и просто повеселиться, отвлечься от урока. Также для того, чтобы сплотить класс. Они ведь все вместе играют в эти игры. И просто гимназию сплотить. Да. Мария Антонова, Антон Пылаев, Новоуральская вещательная компания. В эти дни проходят предпраздничные мероприятия во всех учреждениях культуры нашего города. Замечательные теплые концерты прошли и в Доме культуры Новоуральский, и в Театре музыки, драмы и комедии.
В Театре музыки, драмы и комедии в предпраздничный день многолюдно. На концерт, посвященный Дню защитника Отечества, собрались ветераны, те, благодаря кому мы живем в мире. Всех гостей приветствовал глава округа Александр Баранов. С моей точки зрения, и спортсмен, который защищает честь нашей страны, это тоже защитник Отечества. С моей точки зрения, и музыкант, который играет концерт, прославляет и защищает нашу страну. А сегодня, как никогда, наша страна нуждается в нашей поддержке. Артисты театра подготовили для зрителей творческий подарок. Номера праздничного концерта символизировали мужество, героизм и верность воинскому долгу, присущие каждому истинному защитнику. В концерте приняли участие солисты театра, артисты хора и балета, симфонический духовой оркестр. Этого всенародного праздника звучат слова поздравления в адрес тех, кто служил, кто служит сейчас, и тех, кто только собирается отдать долг Родине. В нашем возрасте уже только в основном здоровье, чтобы дети счастливы были, внуки наши. Ну и чтобы все, что еще в здравии, пусть в здравии остаются. Солдатской хватки, сержантской удали, старшинской с хитрецою ухватки, всегда блистать, как лейтенант, в семействе капитаном стать, всем управлять, как генерал. Хочется всех пожелать ветеранам нашим счастья, здоровья, главное здоровье, благополучие, все, чтобы у них было хорошо в жизни. Гитлер раздавал своим генералам, когда они готовились на нас напасть. А у вас-то этот компас откуда? По линии матери, полковник. Военный был. Вот он мне подарил в 1960 году. Вот. Вы храните, да? Да, и вам показал, рад, что вот новое поколение увидит эту игрушку. Вот, который, может быть, Гитлер в руках держал, может быть. В Доме культуры Новоуральске своя праздничная программа, не менее теплая и проникновенная. Коллективы Дома культуры поздравили собравшихся ветеранов красивыми номерами, современными и в стиле военных времен. В Уральском центре поддержки предпринимательства прошла информационная встреча представителей администрации и депутатского корпуса с бизнес-сообществом. Главная цель мероприятия – обмен мнениями между властями и горожанами на жизненно важные темы – рабочие места, медицина, экология, образование. В ходе неформального общения затронули и перспективы вхождения нашего Атомграда в программу «Территория опережающего развития». На встрече администрации и депутатов с предпринимателями, руководителями предприятий и специалистами Новоуральского фонда поддержки предпринимательства и торгово-промышленной палаты присутствовал заместитель главы округа по стратегическому развитию и инвестициям Владимир Цветов. Он рассказал об открывающихся для бизнеса возможностях в случае вступления нашего города в программу территории опережающего социально-экономического развития. Отметим, что наша заявка детально разработана и сформирован пул инвесторов, готовых зайти на Новоуральскую площадку в ближайшее время. Новые производства дадут не только рабочие места на новых предприятиях, но и обеспечат малый и средний бизнес заказами. Это так называемая межмуниципальная кооперация. Проекты на территории Новоуральского городского округа живые. Я еще раз хочу подтвердить о том, что на сегодняшний день у отдельных инвесторов уже даже закуплено оборудование, обученные кадры. То есть в полном объеме готова программа к реализации на территории Новоуральского городского округа. Что еще можно по этому поводу сказать? Мы, конечно, впереди планеты всей, и, значит, программа АТСР у нас очень живая. Отметим, что информационные встречи в рамках проекта «Открытый муниципалитет» проходят для разных организаций. Так как в Новоуральском центре поддержки предпринимательства собрались представители бизнес-сообщества, представители администрации в ходе неформального общения выявили актуальные проблемы в сфере самозанятости. Пожелания бизнесменов будут учитываться в ходе разработки новых мер поддержки малого и среднего предпринимательства. Мы, как органы местного самоуправления, доводим информацию до группы населения и получаем взамен обратную связь. Мы понимаем проблемы,
в частности предпринимателей, и как-то уже пытаемся свою работу, свои планы выстроить с этими проблемами, выстроить с теми пожеланиями, ну, конечно, в рамках своих полномочий, и видим отклик, потому что не все сегодня готовы открыто говорить с властью, а вот в таких беседах, в частных, за круглым столом, мы устанавливаем контакт, такой вербальный контакт о том, что происходит. Это хорошо. Мария Антонова, Иван Махмяков, Новоуральская вещательная компания. Где делают первые шаги к успеху? Верят в чудеса и не знают забот. Детский сад номер 2 вот уже 45 лет каждый день открывает двери для своих воспитанников. Даря им счастливое детство. Как прошло празднование юбилея в этом учреждении, расскажет Ульяна Скрыгина. Мир, где тепло и светло в любое время года. Здесь встречают с улыбкой, учат быть добрее к другим и никогда не унывать. Детский сад номер 2 с радостью встретил гостей на праздник. Все теплые слова звучали в адрес юбиляра. Хотели бы пожелать нашим партнерам, ветеранам, родителям и детям новых свершений, новых побед, новых успехов. Пожелаю коллективу детского сада номер 2 развиваться дальше, всегда иметь свое лицо, свой характер и изюминку. На празднование собрались социальные партнеры и почетные гости. Многие ветераны дошкольного образования работали в учреждении со дня основания. Теперь они с удовольствием вспоминают, как все начиналось. Торжественно было открытие, красиво, интересно для нас. Мы еще молодые были. Вот это мое первое место работы было, когда я пришла сюда работать медицинской сестрой на группе сначала. А потом вот через несколько лет меня перевели старшей медицинской сестрой. Коллектив был очень дружный, очень такой переживающий. То есть если вот посмотреть наши показатели того года, то у нас он всегда был в числе первых. Поэтому у меня только теплые воспоминания, светлые воспоминания. Пришла в детский сад в 73-м году с открытия. Работала няней. И проработала вот в этом здании 40 лет. Садик был очень большой. Наполняемость была детей 250. Мы тоже садик отмывали, открывали группы. Я даже шила все для уголков детских. Колпачки, фарточки перед тем, как садик открыть. Проработала 23 года. Время летит, и 45 лет – это возраст расцвета. В слаженном коллективе более 50 человек, из них 23 педагога. Они уделяют большое внимание нравственному развитию детей, а также готовят их к школе по современным технологиям. Были сделаны дополнительные залы, была организована, подготовлена изо-студия в детском саду, кабинеты узких специалистов. Здесь же организован на месте одной из групповых ячеек консультативно-методический центр «Спеленок» для детей, начиная с младенческого возраста. Поздравить детский сад спешили все от мала до велика. А что же порадует больше, чем подарки от всей души? Свои музыкальные таланты проявили педагоги и воспитанники разных групп. В зале звучали задорные песни. Самые маленькие воспитанники играли на ложках, а ребята постарше подготовили множество вокальных и танцевальных номеров. Повторяет голода, чудо кружевами, славим шеи костома, пусть мы сами как лома, парень должен славиться. Совсем скоро они пойдут в школу и сделают первые шаги в науку. И пусть теплые воспоминания о юбилее детского сада всегда греют душу всех, для кого он так много значит. Ульяна Скрыгина, Дмитрий Орлов, Новоуральская вещательная компания. Все морское разнообразие ждет новоуральцев на выставке в концертно-спортивном комплексе. Рыбные деликатесы Сахалина и Камчатки порадуют каждого гурмана и любителя морепродуктов. Отменный вкус копченой рыбы с берегов Сахалина и Камчатки теперь могут оценить и жители нашего города. Первое место гурманы заслуженно отдают чавыче. Не случайно за рубежом ее называют королевским лососем. Это единственная в своем семействе рыба, которую добывают исключительно в природной среде. Компанию чавыче на прилавках составляют не менее ценные – кижу, чнерка, белорыбица и другие морские обитатели. Дальневосточная рыба не только украшение любого застолья, но и кладезь полезных
веществ, витаминов, микроэлементов, жирных кислот, омега-3 и омега-6. Царица рыба чавыча, палтус, натуральная сельдь, масляная рыба, красная икра. Все морское разнообразие ждет вас с 28 февраля по 3 марта в КСК на выставке «Рыбные деликатесы Сахалина и Камчатки». Покупатели, которые приобретут рыбные деликатесы на сумму от 1000 рублей, смогут стать участниками конкурса с подарками. Буквально через несколько минут в эфире НВК новая программа из цикла фильмов «Война без купюр». Из нее узнаете о жизни и подвигах удивительного человека Ивана Семилетова, участника двух войн Великой Отечественной и Вьетнамской. Не переключайтесь. А на этом наш выпуск подошел к концу. Я прощаюсь с вами и желаю вам отличных праздничных выходных. До свидания.